Всем привет! Сегодня мы будем готовить яблочный пирог без замеса теста, без раскатывания. То есть это называется еще сухой насыпной пирог. И здесь все очень просто. Нужно взять 3 стакана. Это стакан манки, стакан муки, стакан сахара, у меня коричневый. Примерно 5-6 яблок. От кожуры мы не чистим, трем на терке. Лимон, 1,5 ложки разрыхлителя чайные. Естественно, соль. И мы возьмем молоко, 200 мл у меня здесь, и 30-40 грамм сливочного масла. Это нужно поставить на огонь, чтобы масло растопилось. Пирог вкусный, простой, даже вот проще просто, я не знаю, что еще может быть. Поэтому, девочки, мальчики, готовим и наслаждаемся пирогом. Значит, сейчас что мы делаем? Мы в первую очередь включаем духовку 180 градусов вверх-вниз. Яблоки я почистила, взвесила, у меня получилось 250 грамм. Яблоки нужно взвесить для того, чтобы, когда мы будем перекладывать яблоки и сухую смесь, примерно яблоки нужно будет разделить на 3 части. Яблоки я потерла, и теперь нужно сбрызнуть лимоном. Не хотите, не любите лимон, можете не сбрызгивать, даже если они потемнеют, ничего страшного. Вот так. Тем временем кастрюлю с молоком и маслом ставим на огонь и соединяем все сухие ингредиенты. Значит, по весу у меня получается манки здесь 160 грамм, муки 130. Сахар. У меня яблоки сладкие, поэтому у меня здесь примерно 140 грамм сахара. Теперь мы сюда добавляем 1,5 ложки разрыхлителя. И примерно пол чайной ложки соли. Даже чайную ложечку соли. Вот так. Все. Получился вес 454 грамма. 450 грамм. Значит, нужно разделить эту сухую смесь на 4. Получается примерно по 90 грамм, да? 450, больше. Где-то по 410-415 грамм. Ой. У меня сухой смеси получилось 450 грамм. Это примерно по 115 грамм на каждый слой. Яблоки я перевесила, у меня, конечно же, не там, не 250, или сколько я сказала, у меня яблок 690 грамм, поэтому на каждый слой получится где-то 230 грамм. Итак, я отмерила первую порцию сухой смеси, и ее высыпаем на самое дно. Я форму застелила всю пергаментом. Выравниваем. Диаметр формы 20 сантиметров. Знаете, есть такой пирог, я его когда-то давно-давно готовила. Все очень похоже, все то же самое, кроме того, что сверху мы здесь будем заливать молоком и сливочным маслом. А в том рецепте было просто натирается сверху много-много сливочного масла. И выкладываем сюда яблоки. И также разравниваем. И продолжаем. Значит, получается у нас 3 слоя яблок и 4 слоя сухой смеси. Каждый слой нужно выровнять. Вот так получилось слоями сухая смесь яблоки. Верхний слой это у нас сухая смесь. И теперь мы сверху все заливаем молоком с маслом. Периодически протыкайте ножом, чтобы молоко пропитало пирог. Вот так получилось. Отправляем в духовку примерно на 40-50 минут, то есть он должен хорошо зарумяниться.
Вот такой пирог получился. Он такой достаточно подрумянился. Теперь я оставляю его на решетке, чтобы он немного остыл, чтобы можно было дотронуться до разъемной формы и снять ее. И я вот рекомендовала бы вам, чтобы он хотя бы ночь простоял. Соединились вкусы, он пропитался. То есть часов 10 он должен все-таки вот постоять. И можно пробовать и наслаждаться. Мы будем пробовать его завтра. Вот такой пирог в разрезе. Здесь видны, в общем-то, слои теста, слои яблок. Пирог вкусный, достойный. Ничего, конечно, сверхъестественного вы от него не ждите, но я рекомендую. Очень просто, быстро и вкусно. Всем приятного аппетита. Всем пока.